простите. Ну, ты чуть-чуть там поменял, конечно. Сейчас. Вот сюда. Чуть-чуть левее, чем было до этого. Я... Нет, получился, ну, да, еще одно направление, потом угол, рисуешь этот угол. Чтобы он пошел по этот угол, если прямо, ты бьешь по центру. Значит, смещаешь, ну, в вот эту сторону. Там уже сам вот должен своим Владимиром определить толсто. Еще надо было с края, да, взять. Туда. В центр, кончик на центр, туда. Вот, бьем. Отодвинулись опять. Вот так. Нет, опять-таки. Ставьте мост сперва. Мост. Куда? Мост, вот. Вот перед этим. А, перед этим. Вот так вот опирается, палец, да, поднимается вверх. Да. Вот. Да. Растопырку пальцы. Да. Вот почему я говорю вам, когда вы просто играете, приучитесь, чтобы это... Можно и согнуть немножко. Опирайтесь хорошо, на... затвердите пальцы ваши. Да. Так. Печёмся. Бьём. О, она! О, как застрял. Кто бьёт? Это вообще... Да, Людмила. А Людмила, вы можете здесь сделать два шара. Так, давайте. Кто тут? А, это Юрена, да, забивала своего. Вот бить середину, а вы вот поверх берете, да? И как, насколько вы в состоянии сильно. А давайте еще раз попробуем. Да. И если он стоит здесь, вот теперь, верьте в правую часть, не полностью вот сюда, а от центра чуть-чуть. Постараться, да, чтобы он... И да, катайтесь сильно. Вот. Но если, ну, бы вы правильно ударили, он бы шар накрыли сюда. Подрезайте с этой... Нет, с этой стороны. Слева от этой. Да. Все, бейте. Видите, не раскачивайте в разные стороны. Ну, видите, вы вообще ударили с другой стороны. И воображение свой центр. Потом от центра, вот смотри, вот. Понятно. И посылай накат от него, да, посередине. Прямой стоял. Вот прямой. Абсолютно. Это тонко получил. Знаете, вы понимаете, как резать? Да. Ну и куда он пойдет? Вот. Только надо приучаться к правилам, соседний шар не задевать. Я знаю. Здесь вас не оштрафуют сейчас, но по правилам нельзя задевать. Ну мы здесь и переставляем. Там прямая была. Вот так. Ну хоть задели. Да. Чините туда. Хорошо. Вот этим шаром вы должны ударить ни в коем случае не в лоб, а сместив удар на сантиметра полтора. Поняли, что такое дуплет, да? Да. Остается только... От, научиться. Надо его срезать вправо. Уже пора делать свою игру самим уже. Вы вообще не то, что прямо, а вы в эту сторону. Нет, наоборот, туда кить, туда. Поднимите сами. Да. Ну, ёлки. Ну как же так? На тренировках все так хорошо получается, да, Жени? Цель. Так, кто следующий? Под другим. Хорошо. Сложность задачи решать, это быстрее научишься. Это слишком много. Далее, пояснение. На одну треть шара.
О, хорошо, тонко сыграли, но мало это тоненько. Так, только ближе. Так, подавить ставите. Куда? Вот да? Своего. Вот если своего, то надо удар, чтобы пришелся. Вот так. Вот. Вот двоечка, видите? Вот по макушке двоечки ударите. Ну вот верхушка двоечки вот туда. Ой, а можно посмотреть? Я не пойму. По макушке двоечки. Ну двое. Вот нет, нет, цифры я имею в виду. Вот, цифры. Вот, эту макушечку надо ударить. Класс. Все. Так, в эту макушечку ударить. Нет, а тише идет съемка. Надо было.